Более полугода мы с Тоби ходим гулять мимо всеми нами любимого местного памятника Владимиру Ильичу Ленина. И насколько же это было символично, именно перед 22 апреля мы подошли к памятнику в темное время суток. Слабое освещение и монументальные скульптуры, видно, испугали нашего щенка. 19 апреля. Тоби знакомится с монументом, посвященным Владимиру Ильичу Ленину. Большой монумент, и он стоит, его изучает, изучает, изучает. Кто там, Тоби? Что там такое? Что тебе не нравится? Ты чё около меня жмешься? Что тебе не нравится, Тоби? Ну, пойдем. Не понравился памятник. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.